Алексей Жаков. Родился 30 марта 1929 года в городском поселке Краснополье Могилевской области. В июне 1941 года уехал в гости к старшей сестре в городской поселок Ракитное Курской области. Тут его и застала война. В мае 1943 года Красная Армия освободила Ракитное, и 14-летний Леша, окончив краткосрочные курсы водителей, стал воспитанником и водителем автомобиля 628-го артиллерийского полка 135-й отдельной артиллерийской бригады. На своем ЗИСе Леша подвозил снаряды артиллеристам. Боевое крещение получил в боях на Курской дуге под Прохоровкой, затем участвовал в освобождении Киева, в тяжелых боях за Винницу, Каменец-Подольский, в Корсунь-Шевченковской операции. После войны Алексей вернулся в родное Краснополье. Более 40 лет проработал на Краснопольском узле связи. Алексей Владимирович Жаков был награжден орденами Отечественной войны второй степени Трудового Красного Знамени, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, за доблестный труд и другими наградами. А 10 апреля 1985 года приказом номер 70 Алексей Жаков был зачислен в батальон белорусских «Орлят».